на площадь, там и еще вот это, но после этих сфотографируемся. Ушли, блин. Да я их хочу снять. Да. Такой у них говор интересный. Ну да, они такие. Приехали отсюда. С какой-нибудь, наверное, глубинки. Я не знаю. Лица такие серьезные. Как интересно. А то полиция тут еще можно. А что там? Ну да. Потому что питерские они все такие. Как ты? Да. Ну, типа. Ну, молодежь так. Ну, понятно, что бабка тут бабка, не проблема. Бабки в шапках. А такая прогрессивная молодежь, блин. А, вот, но. Угу. Это да, это прям. Время не, по... не важно. Интересно, да, да. Окей, ну что, сколько мы уже ходим примерно? Мы ходим часа примерно два. Часа два, да. Окей. Ну что, все? Да. Все в порядке. Не остаются. That's it. My new boots. То есть я не чувствую вообще ничего. Более того, мой разбитый палец. Тоже ничего не чувствую. Да, впечатление, что на него абсолютно никакого давления. В то же время нога стоит удобно, ну то есть не расползалась нигде. Да. Отлично, все, радостно мне. Русскую обувь буду всем хвалить. Да. Только не просто русская, а такой подороже. Подороже. Подороже, она лучше качества. Слушай, а за дешево не делают. За дешево только китайская будет. Окей. То есть если русская обувь, то это дорогая обувь. Русская обувь, ну как бы, ты видишь, что это валенки там? Ну, ну. Даже реально валенки как бы задорого. Ага. Потому что это все типа натуральные материалы. Да. А так, да, идешь только в китайщину. Mm-hmm. Ну, теперь буду знать на будущее, что да, русскую обувь можно просто покупать легко. Не задумываясь о качестве, оно там есть. Да. Так вот. Да, вот у Сереги у него. Москвич есть еще, нет? Москвич есть. У Сереги друг какой-то, он сам ездит на бэхе, но он купил себе какую-то Волгу. Здорово. Да. Здорово, здорово. Дай-ка я еще посмотрю здесь, смотри, как красиво. Ох, как красиво и тихо. Смотри, мы туда шли, был ветер. Девушка за рулем машины с черепом. Oh. С гримом черепа. Может, у них сегодня какой-нибудь сабантуй, да. Сегодня как раз на выходных будет праздник. Mm. А, ну сегодня 29-е опять. Да, еще рано. 29-е. 31-го же. Ну, 31-го рабочий день. Mm-hmm. Поэтому okay. Никто не будет. Вот все так. На выходные. Понятно. Ну, конечно, да. Mm. Немножко смещается, так что. Mm-hmm. На буке состояние все работает. Понятно. Что сегодня ночью. Угу. Ясно. Ну да, сегодня суббота. Суббота сегодня? Да. Да, вчера было. О, смотри, вон старая машинка, вон. А, да. Типа пятерка. Да.
такое зеленое. Где? Ну, вон два человека зеленых очень. А, что-то опять экскурсии, наверное. А летом есть такие чуваки, они волонтеры. Ну, там, кто потерялся или что-то, они помогут. Что-то. А, понятно. Ух. Наташка, Наташка. Ладно. Если бы ты сказала, что я... Потеряла тебя. Пойдем? Пойдем. Ой. Ну вот так. Ну хорошо.